Мы продолжаем следить за судьбой разрушающихся новостроек в Балахне. Об этой ситуации мы рассказали на прошлой неделе. По программе переселения жителей из ветхого аварийного фонда и выделения жилья детям-инвалидам и сиротам были построены новые многоквартирные дома. Вот только они стали рассыпаться. Накладки, трещины, а штукатурка, больше похожая на песок, просто сползает со стен. В проблемных домах прошло выездное совещание. Администрация претензионную работу какую-то ведет? Какую, расскажите? У нас есть претензии, письма. Ответ последовал какой-то? Пока нет, к сожалению. А когда написали? Как, полгода прошло, как нет? Последнее письмо мы получили в 2018 году от застройщиков, что они нам обещают все исправить до августа 2018 года. А на сегодняшний день ничего не исправлено. Мало того, прошел репортаж по сетям НН, да, где застройщик говорит это в ходе неправильной эксплуатации. У нас все нормально, это управляющая компания виновата. Ну, такой абсурд дошло. Как вы понять, что мы, жители, дом раскачиваем, что штукатурка падает, это неправильная эксплуатация? Я не пойму, как тоже вот, да, жители или как, допустим, вот здесь эксплуатировать. Ну, это нонсенс, просто нонсенс. И на сегодняшний день вот уже мы с Алексеем Николаевичем говорили, что сейчас мы все документы собираем. У меня переписка, целое дело, и будем подавать на них в суд просто. Гарантийный срок у них на сегодняшний день еще не кончился. Вы, представитель застройщика, сюда приглашали сегодня? Приглашали? Приглашали. Он не явился? Не явился. Застройщик неконтактен. На наши требования прийти, устранить, никак не реагирует. Сейчас осмечиваем те недостатки, которые выявлены, будем устранять их за свой счет, за счет администрации, и потом регрессом предъявлять к застройщику. В суде уже. Да. Ну, ситуация действительно вопиющая. На мой взгляд, она в принципе дискредитирует ту программу, благую программу, которую государство инициировало по расселению ветхого и аварийного фонда. Мы, безусловно, к этому вопросу подключим и надзорные органы. Соответствующее обращение я, как депутат Государственной Думы, напишу в Генеральную прокуратуру и буду держать вместе со своими коллегами этот вопрос на контроле. Повторюсь, все эти недоделки должны быть максимально быстро устранены. К расследованию разрушения новых домов в Балахне подключился и Следственный комитет Нижегородской области. Как нам сообщили, проверку сейчас ведут следователи по особо важным делам. В настоящее время с участием эксперта-строителя, экспертно-криминалистического отдела регионального следственного управления Следственного комитета проводится осмотр места происшествия. Опрашиваются жильцы домов, изымается документация в администрации муниципального образования и в офисе компании-застройщика. Проводятся неотложные проверочные действия.